Чуваки, всем здорово. Ну вот навеска моя, да, она вот отстегивается, все это прекрасно видели. На два шплинта ставится, вкидывается и все. Никаких гаек, болтов. Я сделал себе вот такую. Она огромная, большая, на первый взгляд кажется, но меня устраивает. Вот это вот 80 сантиметров. Это сделано под, как на мотоблоке. Вот, короткая там на 3, да, отверстие. Я сделал на всю длину. Сюда я ставлю и лапы с этого культиватора. Цепляю все, что мне нужно, на любом расстоянии. Вот она, да, это третья точка. Вот это толрэп. Вот им очень удобно угол атаки выставлять. То есть где-то что-то не пошло. Все, выставил угол атаки. Это одно. Второе, у меня вот такая планка здесь огромная. Вот здесь даже пришлось ее вынести чуть в сторону, потому что при поднятии она закусывала. Просто прикрутил, сюда перекидываю. Это для уже как, ну, высчитал, вымерял, да, как мне удобно, для копирования рельефа. Когда идет трактор по ровному, все идет ровно. Как только он где-то с бугорка спустился, навеска также прижимается вниз. Как только трактор пошел где-то наверх, навеска тоже плавно из-за счет вот этого. И сюда, когда я ставлю, она копирует рельеф. То есть она идет по отношению к земле, да, тот же самый плух ровно, независимо от того, как трактор поднялся, либо так, либо так. В этом положении, вот у меня здесь, не в верхнем, чуть ниже, она полностью копирует подъем, грубо говоря. Как трактор не пойдет, так и навеска. Если он пойдет вниз, навеску тоже поднимет вверх. Если трактор пойдет вверх, понятное дело, будет давление на тот же самый корпус плуга там или еще что. Вот эти цепи я поставил пока сюда, между тягами. А так они у меня стоят вот здесь вот, 4 разных всевозможных тоже регулировки. Это когда поднимаешь, цепи натягиваются и нету болтанки. Когда переезжаешь с места на место, цепи натянуты. Как только навеску опустил, когда вот здесь они стоят, они ослабляются, и есть вот эти вот колебания, когда вот рулем крутнул, трактор вроде повернул, а навеска как шла, так она и идет. Там, ну, понятно, не на разворот, но такая вот штука. Что еще? Да, доделал вот эти вот, тоже прикручиваются у меня. Здесь на жестком получается подъем, если сюда ставлю, это тоже для копирования рельефа, да, по горизонту, когда вот идет трактор ровно, да, где-то там упал в ямку, и чтобы навеска тоже вот так вот не становилась, да, когда вот я вот бегаю с этими штуками, но они-то сейчас сами по себе, но у меня же есть еще она и жесткая, вот такая, раньше делал наподобие вот этих, только из арматуры по жесткому, и вот чтобы она вместе с трактором не заваливалась, сделал вот такие вот длинные прорези. Просто перекидываю сюда, она также же работает на подъем, но копирует рельеф независимо от того, как наклонился трактор, либо так, либо так. Если он так наклонился, да, то навеска как шла по земле, так она и идет, без разницы ей. Так что я все равно вот доволен, ну, может, вот этот переделаю на быстрый съем, как вот делают треугольник, подъехал, поднял, шплинтом зашплинтовал, этот сварганил на скорую руку, работает 3 года безотказно. Вот такая штука, надо подробнее, расскажу подробнее, а может и обзорчик сниму для ютуба, не знаю.